Исторический золотой резерв ведет свое начало из далекого 1861 года, когда был учрежден Государственный банк. На сегодняшний день запасы золота в России достигли рекордных показателей – 2,36 тысяч тонн. Среди государств с крупнейшими золотыми резервами Российская Федерация занимает 5-е место. На первом месте расположились Соединенные Штаты Америки, на втором – Германия, на третьем – Италия, а на четвертом – Франция. Золотой запас или золотой резерв страны составляет приблизительно четвертую часть общих международных резервов. Это достаточно высокий показатель, если сравнивать с другими странами мира. Золотые резервы – это запасы золота, которые находятся во владении правительства страны или ее центрального банка. Исторически они использовались для поддержания стабильности национальной валюты и ее оплаты другим странам. С начала развития и использования бумажных денег золотые резервы получили новое значение, как гарантия выплат и выполнения международных обязательств. Они хранятся в форме слитков или монет, причем большинство стран предпочитает хранить золото именно в виде слитков. Для защиты от кражи и порчи резервы хранятся в специальных хранилищах, которые обычно располагаются на территории страны или в международных банках. В настоящее время большая часть золота, входящего в состав золотовалютных резервов, хранится в виде слитков, небольшая часть в виде золотых монет. Все золото, находящееся в распоряжении Центрального банка, хранится, безусловно, на территории Российской Федерации, в специальных хранилищах Центрального банка. Золото является международно признанным активом и используется в качестве расчетной единицы между странами. Это помогает установить доверие в международных финансовых отношениях и облегчает условия взаиморасчетов. Золотые резервы работают таким образом, что страна может продавать или покупать золото у других государств и международных организаций. Например, если у страны есть дефицит торгового баланса, она может продать часть своего золотого резерва, чтобы купить товары или услуги у других. Или же, если страна испытывает необходимость в увеличении своих резервов, она может купить их у другого государства. Золотые резервы, как и все золотовалютные резервы, безусловно, контролируются Центральным банком. Именно Центральный банк приобретает золото для включения их в состав золотовалютных резервов. Именно Центральный банк определяет, каким образом это золото используется. Именно Центральный банк хранит золото. Добыча золота во многом влияет на экономическое развитие страны. Именно этот драгоценный металл является значительным экспортным товаром. Благодаря своему богатству природных ресурсов, Россия продолжает оставаться одним из крупнейших добытчиков. Поэтому пополнение золотых резервов для Российского центрального банка не является существенной проблемой. Кристина Атёкина, Ильшат Хусаенов, Универ Новости.